Я вам сейчас расскажу просто, что такое сайт Одноклассники. Также ВКонтакте, хули. У нас ВКонтакте, он сайт в основном для кого? Для молодежи, да? А Одноклассники у нас там, как бы, да, там всех возрастов. Даже не знаю, с чего начать. Давайте с элементарного. Чем опасен этот сайт? Сайт Одноклассники. Во-первых, когда ты туда заходишь, в этот сайт, ты попадаешь в такой виртуальный мир. То есть телевизор, да, монитор, идет мониторинг, телепатическое общение. То есть твои мысли, как бы, да, попадают в пылесос через сайты Одноклассники на тот сервер, на котором этот сайт вообще размещен, где его на базах. Даже президент России говорит, что интернет это военная машина. Но у нас, по идее, полиция, ФСБ, даже МВД и управление, так-то это все военная система, если разобраться правильно. Просто подразделения другие. То есть он же не скажет, что эта система мусорская, правильно? Хули? Он же президент, ну, и так далее, ему это невыгодно, хули. Он говорит, это военная машина, там интернет. Я даже не знаю, как начинать. Надо начинать, наверное, прямолинейно. Кто-то скажет, там, допустим, вот у Ростелекома там сервер находится, допустим, там в Пышме, там, ага, нет, в Перми, на. Есть такой Снежинск, атомный, короче, город закрытого типа. Потом, короче, есть такое какое-то Щучье там, короче, да, разбирает атомное оружие, там разбирали. И где у нас военная эта машина интернет? У нас весь Урал со времен еще Отечественной Великой войны. Все оборудование, все установки как бы размещено на Урале, вся выработка, короче, да. То есть я понимаю, ядерное оружие, если у нас хранится на станции Просвет, там ракетная шахта. Но ракетная шахта, то есть мы начинаем, я начинаю с советского времени, ракетная шахта-то, она какую-то блокировку-то должна оказывать, правильно? Для шпионов, для прослушки, для радаров, для спутников, правильно? То есть у нас там находится, скорее всего, 99,9, тот самый сервер, к чему и относится вот этот сайт Одноклассники, ВКонтакте. Между Шадринском и Курганом находится этот объект. Понимаете? Это Зауралье, то есть Урал это у нас мегаполисы, да? Там Челябинск, Север Тюмень, там, да, один тот же квадрат. Вот посмотрите на карте, где это все находится. Город Курган непосредственно. И тому подобное. У нас говорится за Бермудский треугольник, да, за все такое. Говорится также о том, что телефоны пришли там от инопланетян, там, и тому подобное, что что-то нашли там, да. А мы к чему сейчас вот пришли? Мы пришли, что интернет, весь наш мир, это симулятор. То есть мы живем все в матрице, и машины времени существуют на перемотке. Я вам сейчас образно накидаю, как бы, да, это все на холст, вот эти краски. И потом буду как бы формулировать, что к чему относится.
То есть смысл такой замкнутый круг, понимаете? Вот другие измерения открываются, да, по сей день, там мы сталкиваемся каждый день с аномалией, и мы знаем, что мы ее не объясним как бы публично. И на это у нас рассчитано, на эту аномалию, что психиатрические диспансеры ходят, правильно? Если ты будешь утверждать, допустим, что ты пришел из будущего или из прошлого, к примеру, тебя поместят, и ты оттуда не выйдешь. Они поймут, откуда ты пришел, да, они все это узнают, но тем не менее ты будешь находиться там. Так вот, фишка-то в чем? Вот, допустим, по станции Просвет, да? Я увидел, как оттуда достают детей, по всей видимости, значит, там их рожают, хули, каким путем, там, не знаю, там, вскрывают там животы или как-то еще, через пробирку там, или еще как-то оплодотворяют. Дело не в том, инкубатор. Опять же, возьмем, что такое сервер и чем он живет, сервер. То есть виртуальная жизнь, чем она подпитывается. Это тот же самый киборг-интернет, правильно? Он подпитывается у нас чем? Сырьем. Каким? Человеческим. Первый факт сырья у нас какой? Почему столько много порно? На что оно рассчитано? Рассчитано на дрочку. На дрочку, где у монитора, правильно? Вы видели кино Саурон, допустим, всевидящее око, да? Там такой шар. Этот шар в каждом телефоне, в каждом смартфоне и андроиде. То есть это такое образуется, такая, видели, шаровая молния, да? Вокруг вашего телефона, когда вы входите в интернет, то есть кликаете, соединяетесь, да? У вас образуется при интернете, при сотовой связи вот такой шар. Это так вот телефон, допустим, и вокруг него вот такой шар. Это своеобразный, короче, портал. И начинается обмен веществ, понимаете, вам, скажем так, зомбировку, короче, да, а вы информацию. И смысл в чем? Чем этот портал, чем эта вся жизнь, искусственный интеллект, чем он поддерживается? Очень много порно. Все правильно. Из чего состоит мозг? Что у нас находится за глазами? Глаза — информационное поле. То есть даже само слово — это член общества. Хуй. Альфа и омега, допустим. Альфа, допустим, это вот член, допустим, а омега — это человек, да? То есть голова и головка — это смысл в чем? Что мы питаем интернет, питая матрицу. Хуй. Матрица что делает? Она порождает. Хуй. И в итоге, тем не менее, что я сейчас даже нахожусь в очках, как бы пытаюсь думать, но тем не менее меня отводят от темы. То есть смысл-то в чем? Мы питаем свою смерть, короче. И что такое сайт Одноклассники? Допустим, по крайней мере, по Уралу, по России у нас каждый человек зарегистрирован где? В Одноклассниках. Вам говорят, там вы вносите свои данные, это все всем доступно. Ваши данные там никому не нужны. Понимаете? Ваши фотографии, это все громоотводы. Типа вы там вылаживаете за себя информацию. Им надо одно, чтобы ты смотрел в монитор. В каждом фильме есть подсказка. Морфеус находится, то есть он в зеркальных очках. Зеркало что делает? Лазер, если лазером будешь стрелять или светить, допустим, он будет что делать? Зеркало отражать. Пожалуйста, хули. То есть вообще желательно в зеркальных очках находиться у монитора, у компьютера. Это правда. Но почему вам никто никогда этого не говорил и за это речи нет? Потому что им это невыгодно, невыгодно, представляете? Если у вас будет, допустим, на вас зеркальные очки, допустим, да, и какой-нибудь фонарик, допустим, ультрафиолет, который будет светить в монитор. Ультрафиолет оказывает сопротивление вот этому, короче, вирусу интернету, этой самой присоски. Понимаете? Так вот, сайт Одноклассники, короче. Вот, допустим, вот сотовая связь, соты, пчелы, улей, да. Вот это такой своеобразный сервер, короче, виртуальный, только состоящий из интеллектов людей. Из кого состоит, кто там правит на сайте Одноклассниках? Там правят мусора,
мусора, это, короче, от простого полицейского до судьи, хуй, понимаете? Не в обиду будет сказано нашим работникам нашей великой России, понимаете, судьи, допустим, чтобы я не хотел оскорбить, иметь в виду, или прокуратуру. Я просто вам сейчас объясню, куда вы вообще ходите и как вас используют вы на этом сайте. Там происходит своеобразная, короче, вербовка. Допустим, ты заполняешь там, ага, там переписываешь, это все считывается, во-первых, все пробивается, но это все прикрытие, то, что вы пишете в письмах, и как вы заполняете, как вот вы подумаете, что на вас вышли, ага, что вы, допустим, судья или прокурор. Я объясню следующее. Глаза, информационное поле и то, что у вас находится в памяти, понимаете, то есть человек это биоробот, это все скачивается. И рассматриваться ваша вся жизнь, то, что у вас в памяти находится, как вы себя ведете, чем занимаетесь, коррупция, не коррупция, справедливость, несправедливость. И вас относят в такую ячейку этого уля, в такую своеобразную категорию. Это все совершенно секретно. Это все совершенно секретно, естественно. И этих, и вот эти вот ячейки, понимаете, коррупционные ячейки, допустим, людей, хули, информационные, эти все поля, вас сортируют по категориям, понимаете? И у вас получаются цвета, допустим, красный, зеленый, синий, желтый, понимаете? И там оттенки, там и тому подобное. Потом ваши ячейки объединяют кто? Ну, у нас кто правит миром? Комитет 300, это убийцы, педофилы, маньяки, гомосексуалисты, и наркомания, там и все это плодится, оружие продается, вы понимаете, да? То есть вам никто там ничего не предъявит. Но когда вы будете на сайте Одноклассников, понимаете, вы будете работать на вот этот единый мировой порядок. Вам всем скажут, он находится на Западе, ага. А если у нас Америка, английская колония, получается, он находится в Англии, правильно? А кто такая Англия, если была сильная Россия и Европа? Европа сейчас тоже разбита. Получается, у нас Россия так-то сильная, если честно разобраться, ты понимаешь? Россия сильная и тому подобное. Вот все скажут, Америка плохая, Европа нехорошая, Англия самая хитрая. А вы почему про Россию-то не думаете? Вы живете в России, у вас есть сырье, нефть, золото. Смысл-то в том, что комитет 300-то он находится на Урале вообще. Самый настоящий-то. Все вот эти даже технологии самые крутые были придуманы где в СССР. Хуй, да? И тому подобное. Даже сейчас не будем говорить за другие измерения, тайные миры, тайное общество, тайный мир, другой мир, понимаете, и тому подобное. Самое просвещенное у нас смысл, смотрите, вот Екатеринбург, ЕКБ 66, 666, Тюмень, Омэн, понимаете, Каменск, Уральский, каменщики, символики все находятся на Урале. И что же у нас такое Курганская область, которой облик похож на черта? И опять мы куда бьем в сердце этого ада, короче. Станция Просвет, ИК-2, зона общего режима, там же есть строгие, короче, бараки. Есть еще и строгий режим ИКовка. Между этими, короче, зонами как-то почему-то, видимо, до зоны или после, или во время сделали ракетные шахты. Когда-то это было, это начало было того времени. По крайней мере, эти шахты, которые там бетонный пол, понимаете, тот же самый бункер, блядь. Там смысл в чем? Там лабиринты, хули, понимаете, и там находится сервер, там работают военные, хули. Там работают военные. На меня вышли еще на ребенка, понимаете. Когда эта магия глаз, все это заметили, не было интернета, работает даже на фотобумаге. Зачем это им все объявлять? Это миллионы, миллиарды долларов, это можно жить роскошно вообще, иметь виллы, яхты, самолеты, вертолеты, понимаете? Не, вот клянусь, не хуже Дональда Трампа. Даже спокойно бы мог и жениться на его дочери, к примеру, понимаете? Запросто вообще. Просто из-за одного престижа, что у тебя жена, допустим, да? Дочь президента США. К примеру объясняю, понимаете? Смысл-то в чем? И как же они стали использовать мое с помощью для себя и с помощью себя? Под Просветом находится сервер. Почему вся Курганская область зомби? И весь Урал, понимаете? У нас в 90-е, как это все началось работать? Вначале была мафия, 90-е, преступления, потом они все уехали на кладбище, кто в тюрьму, кто стал суками. Сам ход истории, это вот это шахматные доски. И вот этот сервер, который находится в той шахте, он самый секретный, он в другом измерении, понимаете?
Вот. Видимо, вначале с помощью телевизоров и всех вот этих радиоволн, короче, когда вот еще придумали летающие тарелки, подопытные дети стали гуманоидами. Я, к примеру, говорю, что все это было придумано в СССР, хуже, да? И с помощью кого, и, понимаете, генетика человеческая могла подходить к другому миру, понимаете, все Солнечная система, там, летающие тарелки, то есть они дошли до этого, хуй. И кто с этим познакомился, стали внедрять в правительство, правительство пошло на то, что сделать свой комитет, понимаете, который контролирует планету. И опять вернемся, сайт Одноклассники, видите, меня каталкивает, это громоотводы, есть вот от молний, есть вот эти вот такие отводы, понимаете, они машины работают, сервера, хуй. Эти сера, вот эти дети под просветом, что такое ребенок, хуй? Это чистый вообще продукт для вот такого сервера. Вы не думали, что там их просто качают вообще? Да? Как это вообще вам возможно использовать? Что их сосут, как вот нас вот сосут мониторы, телевизоры. Вот кроме шуток, короче, да. Вот, короче, блядь, хотите проэкспериментировать? Вот, и вы извините, что естественно, есть и безобразно, есть и не безобразно. Вот хуй, короче, надрочи, блядь, на. И подойди, блядь, к телевизору, ты не кончишь, хули. У тебя телевизор, монитор будет всасывать, хули, вот эту энергетику члена, хули. Он у тебя будет падать, ты будешь его дергать, дергать, как шланчик, блядь, резиновый, но ты не кончишь у телевизора, потому что он будет реагировать на него, хули. Если тебе, конечно, эту присоску, блядь, специально, что заметишь, что кто-то экспериментирует, и чтобы меня опровергнуть, тебе могут ее выключить, хули. Но если вот это видео посмотрят миллионы, хули, и, блядь, половина проэкспериментируют, мужиков, вы все убедитесь, что телевизор, хули, это, блядь, присоска, оно сосет, хули, энергетику, хули. Понимаете, хули. Вот вы все вампиры, вампиры, там, кровь они сосут, а хуй чем наполняется, хули, понимаете? Вот, а что они всасывают душу? А душа из чего? Из энергетики. Вы меня извините, но я буду, блядь, более прямолинейно, чтобы вы меня поняли, хули. И сайт Одноклассники создали такой, понимаете, комитет 300, хули. Все вообще там, хули. Вся вот эта тема. Они общаются, переписываются. Но то, что они пишут 2-3 слова, а там подразумевается целое предложение, и что-то он тебе, допустим, объясняет. Вроде бы там ничего не написано, ты понимаешь то, что он тебе хочет сказать, вообще имеется в виду, допустим, другое. То есть там интеллектуальный, телепатический вот этот мир, хули. И вот это вот виртуальное облако, которое состоит, короче, из людей, которых поработил этот сайт, он ничего вам никогда не даст, хули. Понимаете? Вампир будет сосать вашу кровь, он тебе ничего не даст. То же самое, если, как вам объяснить, вот ты, допустим, человек, ВС, Терминатор, вы на войне. Ты ему доверишься, все, но он тебя будет убивать, понимаете? И также вся вот эта машина, это присос, как вот пылесос. Вы равносильны все пыли. Вам внушили, что это классный сайт и так далее, но у вас сосет пылесос, понимаете? Вам будут зомбировать и внушать, что это классно, что он говорит бред, но вас будут засасывать и обсасывать. Как в Матрице, помните, собирать ваши, блядь, энергетические тельца и тела и души, короче. Да? Вы будете как батарейки, только батарейка ваша, она в мозге находится, понимаете? Не только в хую, короче. Она интеллектуальная, вас обсосут, объебут, хули. А потом зомбируют и откинут в мусорку, хули, как отход, хули. Так вот, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, хули, не надо идти против меня во всем интернете. Даже в преступный мир, хоть какой, понимаете, ваш мир вообще не можешь по-воровски. Если ты даже не знаешь, что такое понятие, и купил ты корону ради понтов, поступай по-человечески, хули. И не забывай, кто ты есть, понимаешь, хули, потому что ты поступил не по понятиям. Не по праву, понимаете, и тому подобное, хули. Святое не продается, хули. И тому подобное. Просто вам, к примеру, я прав буду всегда, потому что я не буду говорить вам то, что не является правдой. Мне это не надо, хули. Не потому что Люцифер, там, несущий свет и ясность, хули, то есть информацию, хули. Поймите правильно, вот эти вот око, смотрите, мы поняли, что такое просвет, там другой мир, под землей шахты, но там инкубатор, допустим, вы это поняли.
Сейчас понимаете, где я нахожусь, город Шадрин, с кем он живет и чем и как и почему. У нас директор школы была Новикова Людмила, где у меня почему-то у гения человеческого 50 сотрясений мозга, и у меня вообще 7 классов образования. Ни о чем не говорит. Как я так развился, как я все это понял. Так вот, она была директор школы. Она сейчас мэр. Вы понимаете, что Шадринск, хули, да? Это ад хули. Шадринск, Курган, ВК, ВКонтакте, хули. Между Шадринском и Курганом. Буква ВКонтакте, буква Ш. ВК, буква Ш русская, хули. Шадринск, Шадринск, Курган, хули. И там не голубь нарисован, понимаете, вот так вот повернутый, короче, не голубь, это Шадринский, блядь, гусь вообще, хуй, а. Тут было такое, что Екатерина заказывала Шадринских гусей, хули, когда ездила в Екатеринбург, хули. Екатерина Великая, хули. Шадринские гуси, блядь, поставлялись ко двору, короче, а. Поняли? Вот так. Голубь, это, скорее всего, голубой может быть, но это Шадринский гусь, хули, а. Это нихуя не лебеди, понимаете? Вот так вот, хуй. То есть, как с вами поступает, так же, как с овцами. Вас вначале энергетику вашу стригут, 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 а потом ебашат на мясо, хули, да. А потом там, говорят, вас принесли в жертву, хули богу, блядь. Ягненка, ребенка, там, может, котенка, хули. Курганская область похожа на черта, это чертовщина галимая. Чертовщина откуда? Из другого мира, хуй. Вам будут прикрываться там рожками, там копытами, все это хрень собачья, хуй, поняли? Это все аппаратура, блядь, телевизоры, блядь, сервера, хуй, и тому подобное, блядь. Терминатор они есть сейчас, и есть, хуй. Тут ничего сложного нет, если даже я сценарий пишу, вот у меня на сайте по ссылке, перейдите, понимаете, в описании, хуй. Если я такое рассказываю, понимаете, что такое на самом деле в мире творится, хули. Миллионы гениев человеческих отдали свою информацию этой планете, хуй. По сей день все разрабатывается, как их может не быть, хуй, если у вас в телефоны вот такие вот, на. И смысл-то в чем? Вернемся так же, хуй. То есть вы поняли, что одноклассники, да, и ВКонтакте, хули, то есть бабушкины сказки это одноклассники, хули, мэр города, хули, бывший директор школы номер один, хули, на. Ну, босс, хули, ФБР, вот есть директор, а есть, вот, понимаете, вот смысл-то, это символики, хули. Ну, это, блядь, как минимум коррупция, педофилия, насилие, хули, тому подобное. Хули, кто вас туда заманивает, кто вас обманывает, хули. Проще сказать, дергайте нахуй из одноклассников, из ВКонтакте, хули, не сидите там часами, хули, и ночами, хули. Также друг вокруг и тому подобное, хули. Вон, Фейсбук, это как минимум, хули. И то, блядь, не нарушайте, не лезьте туда, куда не надо, хули, потому что на вас выйдут и будут вас преследовать до конца жизни, хули. Вы будете в черном списке, блядь, сервера, хули, понимаете? Который, блядь, уходит в другой мир и, блядь, манипулирует из другого измерения, точнее, хули. Вы понимаете, что машина времени может являться только перемоткой? Они из 17-го года могли уйти на 1000 лет, допустим, в другом мире, там, в другом измерении, в прошлое, хули, сделать там целый мир, и здесь уже вам рассказывать, там, блядь, за сатану, хули, за сатану, хули, черта с два, хули. Это все манипуляция, хули, и матричная система, хули, симулятор, хули. Никогда никто не узнает правды, даже кто правит этими сайтами, хули, и серверами, и те военные, которые встречали меня на просвете на комиссии распределения на отряд, там были военные. Там комиссии все состояли последующие из 5, там, из 6 человек из администрации, а на моей сидело их, блядь, 40 как минимум, хули. Понимаете? И они были все, блядь, военные, там были рожи, блядь, обмороженные, хули, и квадратные, понимаете? Как, блядь, у генералов, нахуй, блядь, это подразделение, блядь, и тому подобное, ракетная шахта, хуй. Так вот, там находятся, блядь, сервера, которые ебашат всю весь квадрат, весь Екатеринбург, всю Тюмень, Курганскую область, хуй. Эти все области зомбируют из этого квадрата в Курганской области, хуй. Вы не представляете, какие это деньги, только деньги, хули. Вы не представляете, что это и как это, и что. Вот нас вот, допустим, всасывают всех мониторы, понимаете. А
куда-то этот пылесос засасывает и кому-то отдает. Представляете, 8 миллиардов смотрят телевизор, хуй. 7 миллиардов из 8 на планете сидят в интернете, всех всасывают, 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 хуй. Детей, спортсменов, бабушек, у всех есть интеллект. Вы представляете, в какую машину все это засасывается? Так вот, что там под просветом, хуй? Это пиздец, валите из Одноклассников, из ВКонтакте. ВКонтакте это шадринская символика, Шадринск, Шадринск, Курган, Курганская область, хуй. И тому подобное, блядь. Одноклассники — это очень хуёвый сайт, хули, блядь. Даже вот те бабушки, дедушки вам просто внушают за меня, там, подобное. Вам будут рассказывать сказки, там, Антихрист, Люцифер, бред это все ебаный, вообще, по-русски говоря. Бред ебучий, хули. Надо мной издевались, блядь, даже в школе она была директором, хули. Но до школы и после, нахуй. Меня засунули в Каргасское спецучилище в 13 лет, хотя вообще оно с 14 принимает, хули, несовершеннолетних, блядь, подростков, хули. Я там день рождения встретил, хули. Это только раз, хули. В 6 лет мне дали, в 17 лет мне дали 6 лет, хули, спецвыта общего режима, хули, засунули на просвет, хули. По 158 части 3 было все сфабриковано, хули. ПНД, хули, это манипулятор, нахуй, там прививает шизофрению, хули. Вы думаете, почему я с ними справиться не могу, хули? Не Москва, в Москву пишешь, обращается, возвращается все обратно, а у них взаимосвязь, хули. Это Россия, блядь, детка, хули.